Фута дать. Верхом ката 10 кило. Едет? Ножки, когда вы сделали, свели, и конечное положение в ту сторону, куда мы двигаться будем, и руки здесь должно совпасть. То есть ноганка немножко у нас тут движение такое, да, получается. А рука будет длинной, поэтому ноги идут чуть-чуть помедленнее, а руки побыстрее, чтобы процесс совпал. Ич. Ос. Не. Ос. Сон. Ос. Си. Ос. Гю. Ос. Ры. Ос. Си. Ос. Пальчики вниз. А то остался вопрос, где ты тренировалась, там не выход или улица, было так стоять. Ходила ли ты туда-туда? Вот здесь вот смотри, голову вот голову видно. То есть там выше, плечи больше. Это еще какая штука получается, смотрите, что вот, заметьте, все, кто сейчас вот сделали, все вправо чуть-чуть отодвигают голову, да, Коля заметил? И потом получается, что левой рукой делаете голова вправо, вправо делаете голова влево, и вот вы ходите туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вперед смотрите, ровненько. Ровненько, то же самое, ровненько. Опа, ровно вперед. Ич. Вниз не смотрите, вперед смотрите. Когда как-то делаешь на высоком уровне, обращайте внимание, когда ты там такой, как самурай в кино, прям на публику работаешь. Короче, такой кураж у тебя такой, вот ты вот смотришь вперед. В ту сторону, когда ты делаешь раз, замах там какой-то делаешь, да, потом раз, снизу, то есть на противника, то есть меняется направление. Раз, повернулся, пошел вперед. То есть взгляд, который, ну, там смотрит именно в ту сторону, куда действие делается. Если мы сейчас делаем бок вперед, значит мы, соответственно, должны вперед смотреть. Пусть тут не видно, сюда лучше смотреть, здесь больше видно, но у вас противник, а там, то есть мы туда смотрим. Ич, ручки подняли. Не. Ос. Ще. Ще. Море, три раза хаживаем. Ос. 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 Зашагиваешь, видишь, пошатнулась немножко, да? Так широко не зашагивай. Ос. Ще. Зашатнул и правой чуть-чуть отодвигаешь, заметила? То есть, когда прошла, широко не делай. Достаточно сделай, туда далеко не делай. Повернуться и ровненько стать уже, то есть такое положение. Когда растяжка есть, оно вот помогает немножко пошире вставать, так вот. Лучше подлиннее вставать, как бы, чем пошире. Стейкен, уйцуки. Трудно.
Ич. Ос. Ми. Ос. Сун. Ос. Одновременно, то есть одна вперед, конечная точка здесь, конечная здесь, они должны совпасть в конце, то есть совпасть. И пауза, без каких-то вот колебательных движений. Молоты. Чай. Ич. Ос. Ми. Ос. Сун. Ос. Молоты. Ше. Ос. 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 Ше. Ич. Ос. Ми. Ос. Сун. Ос. Молоты. Ше. Ос. И пошли блоки сейкон, дзёда нукай. Ич. Ос. Ни. Ос. Сун. Ос. Ручку повыше. Алина, Аня, повыше руку. Молоты. Ой. Вперёд, смотри, смотри, все время вперёд. Плечи повернулись, голова все время вперёд. Как мы уже изучились, как мы. Голова вперёд. Ич. Ос. Ни. Ос. Сун. Ос. Молоты. Ше. Ос. Ос. Вперед, 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 головой, головой, вперед, вперед, вперед. Ше. Сэкин май, кэдэн барай, ич. Ос. И тут плечи переходим, и замах фронтально, перешли с бедрами. Ручку подальше туда и повыше прямо. Прямо красиво повыше, так, чтобы четко было. Ни. Ос. Сун. Ос. Кирюха, на стойке работай, чтобы не ходить сразу в стойку. Молоты. Ше. Ос. 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 Ше. И в режиме марафона вперед, назад, два раза. Укурей, хаджимай. Ос. 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 Ше. Ос. Ос. Очень внимательно. Ос. Ше. Ос. Мы давно в зале. Ос. Пол. Со скольки мы в зале? Ос. Пробите еще раз. Пол пятого. Ос. Тщательно пишется было. Ос. Тщательно пишется. Пол пятого. Ше. Тщательно есть у нас такой. Просто заглядывать надо туда, а вот упустил, это не катит, это для детей отмазка, упустил и так далее, так далее, так далее, вот эти вот всякие вещи. Если сейчас не пустить, в следующий раз будешь заглядывать, не будешь допускать, я не допустил, бреду позже, пусть они там поделают, а я там потом как бы, вот это все нехорошо. Ты один там у нас? Коля, открой, пожалуйста, просто иди, чтобы дверку закрыли, они сейчас неблагонадежные типы, потому что они пропускают тренировку, в чат не заглядывают. Хорошо. А ты у нас надежный, ты пришел. Сейчас Николай откроет. А вы типа неблагонадежный. Вот запомни это навсегда. Понял? Сейчас нет тренировок, надо все это дело быстро восстановить и стоять в зале. И заходить в зал так, как положено по инструкции Федерации Кикусника России. Помнишь, да? Керин Ой. Коля сейчас откроет. Кидза Гамангери. Ич. Ос. Вот они сзади стоят. Ни под партизоном. Ос. Сун. Ос. Молоты. Ше. Ос. 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 Ше. Убери два раза. Хорошо. Ос. 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 Ше. Чуть-чуть быстрее. Ос. Ос. Второй разок. Потому что мы сами с одной скоростью идем, а ногами скорость перемещения меньше автоматом. Алена, просто не прижимай внутрь. Здесь вперед она, вперед. Нога, которая наносится, она вперед. Еще раз. Вот так вот. Хорошо? Потому что ты
поединке это потом скажется очень сильно. Кингери, Мугурый, два раза, Хаджин. Из вот такого движения, как бы,
без наклона и толкания. То есть ножку раз поставили, и ей как бы подгребаем туда. Раз, нога, повернулись. Замах, соответственно, и сюда небольшой поворот. Сеть. Такое возвратно-поступательное движение вперед ровненько, чтобы вот голова была на одном уровне, вот ровненько так стояли. Ич. Молодец. Нет. Сон. А третий, чтобы не врезаться, чуть-чуть вперед, а заднюю правую вперед, а левую назад просто отшагиваешь. Ич. Ни. Дёрни. Недостаточно широко, но тут на такие его мешало. Молодец, лучше не доступить как бы. Ни. Сун. Си. Гу. Ри. Сеть. Хэй. Ще. Ще. Погромче. Давайте шажочек назад сделаем. Хэй. Ще. Ич. Ос. Ни. Ос. Тут поглубже зашагивают боковые стороны, когда мы ходим, они поглубже делаем. Ну, сюда-сюда и вот эти два места. Ни. Вот, и видишь, сразу же ширина. Да? Удобно будет, если ты будешь согнутые ноги. Так, так вот разворачиваешься, то есть получается, что ты в позиции становишься, ширина плеч. Сель там. Ич. Ни. Молодцы. Чуть-чуть два шага назад сделали, чтобы не врезаться. Перейдем к усону ниже. Ей. Мугуры. Так же. Молодец, задавался, давай, делай сама. А то остальные, хочешь идти быстро, иди один.
На секунду быстрее окончила, правда, да? 23, остальные 24. Тут цель не быстрее, а надо уложиться именно вот как бы 20, 23, ну, 22, 24, вот так, как бы уложиться медленнее, не быстрее. На, ура. При этом позиция должна быть четкая, переходишь. Поначалу будет тяжело, утяжелители. Есть на ноги, на руки, одел и лето, хопа, горит. Пусть не в зале, там, допустим, есть куча мест интересных, как шинкамера, поснимать можно, как бы. И там, где Анатолий Ильич тренируется, и вот здесь вот синее здание, да? И на стадионе, там, ну, где угодно, там. Там в парке есть Лера. Городская сказка в детском, на Семеновском озере, четкие места. И вот летом можно будет попасть, как снег растает, так. Опа, собрались там дополнительно, допустим, как бы, да? И покатали. И по 20 раз отжались и становится строй. Но сзади серый. Смотрите, в чате там же пишется. Специально на полчаса пораньше сделали, чтобы как бы не это самое. Построились. Первый рядок ровненько становится. То есть любой спорт начинается с дисциплины. Любая цель, которую ты хочешь одолеть, она начинается с дисциплины. Если в чат ты не можешь заглянуть, ну, писал, какие перчатки ты хотел, мы так вот обсуждать эти перчатки будем долго. Кирпичные или с перчиками, вот как перчатки? Написал как, перчинки. Вот. Написал как бы, ну, быстрее, то есть реагировать как-то надо. Заходил, смотрел в чат, зайди туда. Ты же когда открываешь сообщение, как бы смотришь, там есть что-то, если что-то новое, не то, что последнее, как бы было что-то новое, загляни туда, бас, хоп-хоп, лишнее не запоминаешь, просто зал закрыл и все. Потому что каждого вызвания никак, это сам, на каникулах специально приняли решение на полчаса раньше, а в итоге, то есть те, кто должны пример показывать, они и показывают антипример. Жалко, у нас нету роста, да? Поблагодарите. И девятый кем. Не дистанчик дальше. Ей. Саша, встань за кем-нибудь ровно. За Егором. Встань, пожалуйста. За Егором. Не за Эсель, за Егором. Войти! Ножка вперед туда. Дайте. Такое положение. Вот если вы ровненько стоите, вот у меня впереди, напомните, я говорю, то есть переносится, вот. Упор и так далее, все остальное, у каждого свое, вот середина. Снизу до пояса и вверху гнуться тоже не должно, ровненько. То есть согнули ножки и ногой быстрое движение туда, хоп, чтобы ровненько прошло это. Переход, раз, быстренький, быстренький, раз, быстренький. И вы должны по центру идти. Не вот таким вот образом, как бы, раз, 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 раз. Корпус не ходит там, да? То есть ровно перешли. Махата? Скоро все узнаешь. Перешли. Всему свое время. У каждого штуки есть какие-то секреты, мы там что-то не знаем, в искусстве в каком-то, в чем-то еще, всему придет свое время, все-таки хорошо переживать, ладно? Кихонката, девятый кю. Подсчет. Эч. А гаути делается вот так. То есть с плечами прям, с плечом туда. Заново. Эч. Ос. Да, прям чтоб ярко выражено было как бы. Ни. Ос. Оп. Сон. Страшно? Ос. Си. Ос. Г. Страшно? Ос. Р. Не думай. Как перед поединком, откинь все мысли в стороны. Так, смотрим, Коля завел, Кирилл завел, Аня завела, Алена другой рукой сделала,
Айсель, понятно, что завела, Егор, понятно, что завел. Чуть-чуть руку, Саша, вот сюда, не вот сюда вот. То есть ты стараешься, и поэтому гипертрофированно больше сделал, немножко не до конца, перед собой все. Тут ты видишь эту часть, у тебя закрыт, ну, открылась как бы, да? Селезенка, в данном случае, если левой рукой селезенка, открылась как бы перед собой. Раз чуть-чуть. Не по центру вот, рабочей поверхности, а чуть-чуть за нее в сторону. Ич. Фолз. Ще. Бугуры. Один раз. Хаджи. Ос. 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 Ще. Дестабилизировал, думаешь, на другом сомневаешься. Надо учиться подкидывать в сторону. Сейчас об этом думать бесполезно. Это не сейчас как бы. Естественно, как бы всему свое время, но это мешает сейчас делать. Знаешь, как вот про домашку или еще что-то, ты будешь думать, ты все равно здесь не решишь. Тетрадки дома, все учебники дома, не могут писать, правильно? Светлая мысль не возникнет, но тренировка пойдет как бы, как и домашка так же. Но уже две будут проблемы. Так, одна домашка, а так еще и проблемы. Кроме домашки, может быть любая ситуация. Отношения с родителями, отношения в школе, погода плохая. Игрушку не купили, расстроенный. Либо наоборот, воодушевленный тем, что в игре там прошел, надо еще там задолбить, короче, там, этому написать туда-сюда. И вот это все может помешать сделать нормальный тренировку. А это результат, как бы, ступеньки, по которым мы идем вверх. Мугуры, два раза, хаджима. Ос, 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 правый, ос, правый, ос, ще, ос, ос, ос. Шажочек вперед, хаджима, эйч.
И теперь задом наперед в зеркальном исполнении. Посмотрим, что получится. Кихон, карта, 9-й кил. Подсчет. Ич. Ос. Ни. Ос. С. Ос. Си. Ос. Гю. Ос. Рю. Ос. Сотулка второй, да. Си. Ос. Шел. И в конце, когда мы все это дело сделали, то есть мы сделали раз, два, три, четыре, пять, шесть ножки сделали, поставьте сюда ее вот в такое положение и полукругом сюда, с разворотом пяточек, с таким небольшим. Наурем. Это так, для эксперимента. Часто не делаешь, забываешь, что зеркально уже хоп, творческая работа уже не можешь, даже по пройденному материалу не сделать. Порой. Майк это Марагей. Майте. Шея. Секи на гауте. Широко не ставим, перед собой вертикально. Далеко не отводим, близко не прижимаем. Здесь где-то кулачок. Тыч. Ос. Плечами работаем. Так одна рука работает, а так работают еще мышцы корпуса, которые раскручивают, вкладывают вес и выдергивают оттуда. И ты на более дальней дистанции достаешь. Так вот, короткая, да? А так более длинная. Ни. Ос. Сон. Ос. Малты. Могу дать слабо. Ос. 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 Чего? Саша, встань, вдох, свой вдох, вдох. Следи за этим. Когда выпал слегка, значит ты сырой, очень сильно сырой. Мугуры, два раза хаджи. Ос! 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 Паузу не делайте после перехода, паузу не стойте долго. Перешли, сделали, сразу дальше. Ос! Че! Получается, что мы перехода стоим, а потом ос! Перешли, сразу делайте. Че! Что вот это место, которое не перевернет, сразу паузу не выстрелит. Ос! Че! Чтобы при переходе паузу не делать, а переходим, широ сразу стряхиваем туда вот. Инерция вот эта вперед полетела, еще раз туда сделали. Мугури, один раз. Хаджи. Сразу. Ос! 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 Че! Ос! 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 Че! Очень хорошо, когда все понимают, другая часть, то, что говоришь, как бы еще немножко этот удар секер, ажоу секер плак, ага, породок, пути, грудище. Аппарат. Буду смотреть за уровнем, то есть это гораздо выше плеча получается. Секинг якоцуки. Эч. Поворот стопы, мы все сделали. Средний. Если уровень не говорится, то средний всегда. Руку дальше назад, левую Алену назад дальше. Молодец. То есть туда дальше и выше. Чтобы там красиво было. Прям. Для хата вообще четко. Если на WhatsApp есть, напишешь, я тебе скину, как чемпион мира ката делает, когда занимаешь чемпионское место. Увидишь, но смысл. Ката ты это не знаешь, оно гораздо сложнее, но вот движение, как творческая натура, такой. Такой вникающий ум, он поймет, как это работается. Ич. Ос. И вот когда переходим, прямо толкаем. Видишь, я толкнул и сразу ушло. То есть поэтому лучше сюда немножко побольше пришел, чтобы жесткое было, чтобы на это движение здесь было. Ич. И тебя толкает сюда. Ос. Перешел техника. Молодец. Oh!
Нет. Ос. Сум. Ос. Смотри. Чем? А я тут чуть в сторону, чтобы ты не задевала. Буры два раза камни. Ос. 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 Переход ногу выпрямить. Чем? Чем? Ос. 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 Чем? Ос. 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 Чем? Ос. 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 Чем? Мугурый. Сейчас покажу, как нога немножко один раз. Каждый. Ос. 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 Чем? Ос. 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 Чем? Так, молодец, все как бы остальное правильно. Ич. Ос. Не. Ос. Пока не покажешь вот так вот, будешь говорить миллион раз одну, вторую, третью, четвертую тренировку, человек не поймет, потому что со стороны, ну, она виднее. Когда еще опытный глаз, как бы, зеркала еще помогают исправить эту ситуацию. Как бы, если сделать здесь, туда, там, туда. Не. Ос. Молоты. Чем? Мугуры. Отжимай. Ос. 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 Чем? Молодец. То есть, главное, чтобы это помнить не только в этой стойке, и в следующих остальных. Second tune on Uchiukai. Закус удачи. Ич. Почем? Ос. Не. Поворот, то есть у нас получается, мы сделали, да, сторону, мы делаем поворот стопы и замах сразу, да, шаг делаем и производим, рукой мы этой толкаем вперед, прям толкаем, идем вперед, толкаем, эч, ос, не, ос, сум, ос, молоты, чем, и здесь рука должна у нас зайти чуть-чуть вот сюда вот, да. То есть не так фронтально, лишь чтобы ты боком стал. А вот таким вот образом, и вот здесь, да. Молодец. Коля отодвинул четко. Немножко далековато, конечно, вот так уже достаточно. То есть видишь, противник, если тебя вот суки наносит, ты вот отвел, я уже проваливаюсь. За руку, если не достаю, это регулируется рукой подачи туда, либо сюда, в эту сторону. И 90 градусов. Если у нас меньше согнуто, то это слабая позиция. Если 90, то уже согнуть сложно будет. Задняя обратная сторона, вот эта ровненькая. Летим вот сюда, вот посмотри, тут вот расстояние между ног у нас в длину нормальное, а у тебя покороче, пониже стоит, не халяй. Ниже. Ниже это значит заднюю ногу назад это будет. Вот. И пошли вперед. Мугуры хожу. Ос. 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 Щеч. Саня, рука снизу. Как будто шпагу выхватываешь. Рука снизу. Снизу замах. Снизу не делали? Не делали? Саш, не слышно громче. Я не помню, как она. Снизу, 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 снизу. Раз, сделал снизу, да. И руку он пониже делается, потому что поверхность рабочая сюда должна.
есть разница, да? Как бы, я думаю, что вот это правильно, ну, такое оптимальное между ними. Потому что если ты здесь делаешь, то это там средний уровень, да, там не задеваешься, не ложишься совершенно. Мугуры два раза хаджима. Ос! 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 Че! Ос! 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 Че! Ос! 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 Че! Ос! 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 И то же самое, но в капусу дайте. Шаг вперед делаем, подсчет ич. Правосторонний капусу дайте, капусу дайте, капусу дайте. И проверяем стоечку сразу же. Идем программа вперед. Между ногой и вот этой линией длина пояса. По линии движения вперед. А вторая ножка сюда продвигается. Раз, таким образом. Ну вот здесь вот, если линию воображаемо провести, здесь ширина пояса, то есть получается. То есть как она так, чтобы вот ширина пояса была. Пяточка в сторону не уходит вот таким вот образом, бывает, как мы ставим. Раз. То есть между ног расстояние стопы две. Раз стопа, ну вот. Вторая, ну на ширине плеч, как вот, минимум как бы надо. Коленочка в сторону не отставляется, она внутрь стоит. И немножко раньше было больше на задней, сейчас немножко на передней, иначе движение резко вперед не сделаем. Скорость ката регламентировали выполнение, то есть спортсмены начали стоять больше, немножко как бы вот загруженная такая, чтобы можно было на дереве сделать. Задняя ножка немножко согнута. Пяточка приподнята, задняя ножка не прямая. Если она прямая, то будешь больше на ней стоять. Передний выпрямили. На пяточку заднюю загрузи. Раз, вот так. И теперь на переднюю садись. А это ножка вот так. Вот так. Вот так. И чуть-чуть сюда вот так, слегка. Юха, хорошо. Ножка сюда, подальше, чтобы. Видишь, пяточку в сторону отставил. Помните, говорил, да? То есть вперед она стоит. Линию проводишь, и вот здесь ширина пояса чуть пошире. Раз. Пониже. И вот таким вот образом. Такая тяжелая стрельба. Знает, его знает. Палай знает. Сзади немножко можно согнуть. Вперед, коленочку. Носочек левой ноги, он чуть-чуть вперед. Иначе у нас получится, что коленочка в сторону отходит. Коленка в сторону отходит. Чуть-чуть пониже, да? Отходит чуть-чуть назад. Пальчики сделать положено. Будет плохо. И тут замах. Поворот стопы всегда, ну, как это зенку сюда делать. Ич. Шаг. Сделали. Проверили, чтобы у нас было вот она, линия движения вперед. Ширина пояса должна быть. Ширина пояса шире носок. Раз. Оп. Ширина пояса чуть пошире, значит. Вот так, да. Так, около дела. То есть у тебя чуть. Ну, можно так вот, допустимо, но немножко вперед, если сделаешь, будет лучше, подлиннее стрелочка, если будет, будет лучше, молодец. И чуть-чуть назад, чуть-чуть пониже и назад. Можно переднюю ногу немножко вперед, вперед чуть-чуть, раз, хоп, вот так вот, четче, классно будет. И здесь, помнишь, когда удар наносится, вот он удар у нас летит, вот он летит у нас удар, то есть тебе отвести вот где-то вот так надо. Палец там не должен торчать. Понял, да? Ты его должен убирать. А у тебя стоит как бы такой, ну, типа все четко. Я такой раз, он такой, как этот, в окоп, короче, залез туда. Эч! Перешли, сделали. Мало ты делается заступ передней ногой. Эч! Заступ. И проверили. То есть на какие вот следующие пояса капусту дайте, будут смотреть очень жестко, хорошо. Санчин будут смотреть, потому что они уже на пояс назад. Надо, вот, чтобы они четко были.
со всей внимательностью, со всей ответственностью. Эльч. Ос. Ми. Ос. Коленочки чуть-чуть внутрь. То же самое. Эльч. Ни, шагай, вперед, шагай. Иди, иди, да. Ос. С. Ос. Молодец. Передние ножки за спину. Согнули. И главное, чтобы стоять не вот так вот высоко, а пониже стоять. То есть пониже стараться. Или что, видишь? Вот, пониже стали туда, вот, пониже. Бугуры. Два раза. Либо слишком низко получается, либо высоко. То есть. И мугули два раза. Каждый. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. Ос. Сделаем на всякий случай с этим тюдом сотовуке, с дзинку сюда, с альчин. Майга добра ей. Арсель, на тренировке не разговаривай, после говори. Майки! Ще! И с этим сотовуке. Дзинкут судаки. Каджимы. Эч. Ос. Помним, что мы должны завести его. Мы должны носиться, завести дальше, чтобы не пролетел. Чтобы он проходил. Молодец. Осень чуть-чуть больше. Ну, поворот больше. Уже хорошо. Все четко, но не гипертрофировано. Чуть-чуть подальше от себя. То есть, ты в сторону делаешь. И как Шахан говорил, то есть замах здесь и немножко сбоку. То есть немножко сбоку, а не просто вперед туда. Эч. Ос. Не. Ос. Сон. Молодец. Сейчас. Сделали замах, сделали. И пошли вперед. Эч. Ос. Ми. Ос. Вообще. Вот отодвинул, чтобы уже не попадал. Теперь наносим чуть-чуть отодвинул и просто. Эч. Ос. Чуть согни, 90 градусов. А этот пальчик тоже делает. Молоты. Щечи. И мугули два раза хаджи. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Далее снимай два раза. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. И в санчин дойти дальше, то будут его проверять этот блок в санчине. Дзинкутсу проще понять, как бы сложнее, как бы так раз и так далее. Его в кокусу даже делают, если дома. Эч, санчин вправо переходим. Ос. Правый санчин дойти. Санчин дайте, стойте крепость.
сбоку, если посмотреть, как песочные часы, как бы получается. Раз, раз, часы песочные. Сань, считайте. Это как будет стоить. Разница в чем? Карбуз удайте. Стоим. Разворачиваемся, Санчин. Санчин. Повернулись, капуцу. Так по квадрату можно походим еще. Эч. Замах. Быстрый шаг. Чтобы корпус вас, как вы идете, ваши пельцы, скажем так, раз, оно ровненько прошло вперед. И смещение влево-вправо. Чтобы вот на одном уровне. Эч. Ос. Не. Ос. То есть быстрее. Быстрее шажок это сделать. То есть нога высохнет туда. Центр тяжести. Раз, вперед. Чуть-чуть как вперед. Такой вот, как пропасть падаешь туда, да? Как будто пропасть падаешь. Раз туда. И нога уже сама выскочит туда. Эч. Идем ее. Ос. Рука согнута больше. 90 градусов. Ней. Ос. Сон. Ос. Перешли. Сделали. Замах. Перешли. Сделали. Эч. Ос. Ней. Ос. Ножки там вот идут сами по себе. Тело от бедер до плеч ровненько идет. Ней. Ос. Глазки вперед, ручку больше вперед, чуть-чуть вот так вот, да. Сун. Ос. Мало ты делается заступ передней ногой на ширину плеч. То есть вот у нас ширина плеч, ширина плеч, эту ширину мы и делаем заступ. Заступ сделали и замерли. Заступ. Раз. Прижми колено в колено. Сюда вот так. Раз. Заднюю сгибаешь. А носочек вот так вот разворачиваешь ее, да. То есть колено в колено. Такая кидайте, если здесь вот руку в сторону отнести. Эч. Повернулись. Замах. И вот здесь вот проверили точку, чтобы вот здесь вот у нас была прямая линия. Ирина, ей.
Подсчет. Ич. Сюда. Ос. Живот. Живот. То есть есть живот, это уровень живот. А вот это уровень здесь. Вот такой уровень сюда, вот такой повыше. То есть немножко назад отклоняйся, и тогда будет высоко. Полегче. Ней. Ос. Чуть-чуть повыше надо. Чуть-чуть. Вот ударная часть сама повыше. Сюда будет вот так. Сон. Ос. Вот сюда, ну повыше. На чуть-чуть повыше. Молодцы. Ще. Повернули, давай сразу. Плечи высоко сейчас не надо, можно вот так. И отсюда ще. Мугури, хаджи. Ос. 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 А нет, ще. Еще выше можешь, ну, средний уровень, то есть мы тогда наносим. Он у нас уровень солнечного сплетения, значит наносить ногой мы должны примерно туда же. Мугури, два раза, хаджи. Ос. Вот. Ос. Молодец. Ос. Ще. Ос. 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 Чтобы не выше плеча. Ще. Второй раз. Ос. Ос. А все ножки должны вместе в тех быть прямые. Ще. Ос. Алена, поспеши. Ос. Вместе. Ос. Вкусненько. Ще. И пошли. У нас теперь самбон кумите. Подсчет. Ич. Ос. Самбон кумите. Условный поединок на три шага. Ич. Ос. Ней. Ос. Сон. Ос. Алло, алло. Можно, созвонимся. Можно это вечером сделать, чтобы как бы... А, ну да, можно, можно. Завтра в субботу можно будет, да. Ич. Хорошо. Ос. Отлично. Хорошо. Хорошо. Ни. До завтра. Ос. Ще. Ос. Лёва заболел. Человек звонит, чтобы завтра выцепить, потому что на тренировку не придет, чтобы нести взнос. Вот это поступок золотого человека. А я не захотел, ну не захотел, твои проблемы. Эч! Ос! Такое вот ровненько движение, чтобы вот смотрите, вот оно было ровненькое, горизонтальное. Ней! Ос! Сон. Ос. Чуть-чуть повыше руку поднимешь, она поднимется как бы. До этого, когда я клал, уже не задевала рука, да? Не задевала. Там, за фигнишки зацепила. Мало. Давай. Ич. Ос. Пальчики вниз, 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 вниз. Ней. Ос. Сон. Ос. Ще. Ос. Бугры два раза. Как же, наверное? Ос. 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 Ще. Ос. 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 Юха, нога сюда пришел, прямая. Ос. Ос. Ще. Ос. Выпады, выпады. Хантай. Ще. Чтобы переходить хорошо, по коже выпады, как бы, по коже упражнения. Мугуры два раза хаджи. Ос. Магазин пошел, я пошел, выпады. Ос. 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 Ще. Ос. 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 У вас напряженная цель. Ос. Ос. Ще. Ос. Хантай. Ще. И еще разок мугуры. Хаджима. Ос. 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 Ще. Ос. Хантай. Ще. Мугуры. Хаджима. Ос.
Ос! 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 Ще! Ос! Добре. Ос! Такі окусовні. Чудо, дайте, у нас еще один рак. Цехенький опусуки. Чудо на лидзёбан, делаем чудо, плюс майгей, чудо на тюсок, возврат прикрытия. Помним? Чудо дайте. Ось. Майте! Ще! Боевую стоечку. Не в капуцу дайте. На экзамене в капуцу дайте тогда дело, а? На обе ножки. Ще! Первый делается удар. Читаем. Цехенький опусуки. Сюда. Делается шагом, мы сели или на месте? Шагом. Делаем шаг вперед. Раз. Нет, нет, нет. Проваливаемся и становимся цинком сюда, и задняя нога на носочек. После этого, это первый счет. Ич. Ни. Сам. Сделали и подшагнули. Оп. Да. И пяточки опустили уже на пол. И теперь проваливаемся передней ногой, левой наносим, заднюю левую ногу на носочек. Ич. Ос. Молодцы. У каждого человека бывает страх. Драться просто так, это вот сложная штука. У каждого человека внутри там будет какой-то червячок, и это сложно. Такие люди наиболее опасные, как бы. Они будут защищать себя очень сильно, и это самое. Придет время, этот страх уйдет. Ни. Ос. Здесь полненько у нас. Полненько. С. Ос. Молодцы, чуть дальше отойдем, чтобы еще разок сделать. Эч. Ос. Ни. Ос. И здесь у нас, чтобы позиция была, ну вот так. Первый вариант мне больше нравится, но для техники оставим так. Это все остальное, чтобы позиция сильная была. Ни! Ос! Молоты! Ще! В камае стоечка, мы перемещаемся здесь в камае, у нас молоты делается заступ и поворот именно с блоком. В какой части говорится ща? В этой? Нет, при повороте с блоком. То есть при блоке на активной части, когда? Ши. Активная здесь больше действующая часть. Ши. Ши. Но надо, чтобы не было вот этого. Ши. То есть четкое разделение. Раз. Во. Ич. Ни. Вот. Молодец, память хорошая, это будет все хорошо, значит. Сот! Ос! То есть подойти после удара ногой мы наносим и подходим туда вперед. Эч! Ос! Ни! Ос! Сот! Ос! Давайте чуть-чуть подтягиваем шаг вперед и заднюю ножку подтягиваем. Молодец! Только что здесь могу вот добавить, чтобы пальчики раз сюда, не больше вперед будет. Илюха, больше вперед пальчики. Потому что когда назад, у нас получается ошибка, как у судачи, что колено в сторону, да? То есть немножко вперед туда. Эч. Кулачок, пальчик на месте, пальчик на месте, пальчик на месте, на месте, на месте, на месте. Саша, пальчик у тебя на месте там. Только другой рукой. Другой рукой, другой, 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 другой удар нанес, пациент, не бог удар, как бы, а такой бас. А противник здесь. То есть ты вперед наносишь. Ни! Ос! Молодец. Сук! Ос! Только ногой чуть-чуть как бы, чтобы он живот наблюдал. Живот. Молодец! Да, вообще! Не повернуться и
сделать блок, потому что когда ты повернулся, тебе уже туда ушибло с разворотом. То есть надо успеть как бы с поворотом. И на один счет сразу же все движение. Эч. А второго не делается пока. Вот, да, потому что вот. Ни. Такое возвратно-поступательное движение вперед. Туда провалили. Согнули ногу. Это все уже. Одно движение. Туда. Одно движение надо сделать сразу. Без рывков таких, без тун-тун-тун, без пауз. Александр? Ничего страшного. Оно мешает тебе? Нет? Не мешает? Пусть не мешает дальше. Хорошо? Эч! Последний раз. Молодцы, мои гири повыше. Рукой куда нанести удар, туда же в эту же высоту должно быть мои гири. Эч! Мои гири повыше. Повыше надо. Молодцы. Повыше. Эч. Ни. Сон. Так. Вот как вот этот раз, первый раз. Дело. Около дела, ну, можно чуть выше, чтобы пояс, если горизонтально посмотреть, да, чтобы пояс и чуть выше пояса было, чуть-чуть выше. Оп, чуть-чуть повыше, слегка пояса. А Алена не выпрямляет ногу, да? Ален, посмотри, пожалуйста. Кирилл тоже. Кирилл прямо. У Кирилла голеностоп, нога прямая, как бы, да? А Алена, раз, нога летит, смотри. Раз. И потом падает. То есть не выпрямляешь ногу в конце. Видишь, какая штука? Вон, смотри, у Алены. Раз. Не выпрямляет в конце, а Кирюха бьет ударную часть каката, как бы, можно сказать. Такая штука. Ударной части надо вот желтый пояс четко там, потому что дальше вот пойдут вот эти все. Молодцы. Эч. После удара рукой паузы не делаем. То есть мы сделали, провалились, и туда сразу же нога пошла. То есть в поединке ты ж не будешь. Да? Ты же будешь так. Сразу туда. И нога сразу же вылетает. Не. А надо. Рука нога сразу. Молодец. Эч. Вот около дела. Главное, чтобы стремление за скоростью, да? Чтобы не получилось так, что мы за скоростью постремились, а техника упала. Не. И потом не шатайся. Вот она сделала, стала, и не делай лишнего. Какая в этом польза? Она не устает хотя бы. Положение четкое. То есть перешла, стала. Не надо двигаться, значит, в этом положении. Тяжело, не двигайся. Покажи, что тебе хорошее положение. Но в будущем работай над этим. Эч. Рукой я под суки, плечо чуть побольше. Молодцы. Эч. Ни. Сон. Молодцы. Вот это сейчас было 20 лет.
сюда, то вот он может как бы пройти, видишь? А если здесь чуть-чуть, то у нас получается. Эч! Мумри! Ос! 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 Ще! Ос! 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 Ще! Еще если стоишь, то есть ты провалился, руку поставил сюда, если локоть снизу, то ногой можешь за нее забивать, то есть она чуть-чуть вот так вот. Нога. Вот здесь. Мумри до конца. Тудум, тудум. Как? Ос, 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 ос. Ще! Рукой провалились. Ос, ос. Провалились. Ос, 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 ос. Ще! И еще разок. Эч. Ос, 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 ос. Ще! Ос! 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 Ще! Жестко. Потом уже плечи, ну почти фронтально. Ще! На уре. Ос! Кто путается в этом положении? Ну, кто еще путается? Хорошо. Все, опускаем руки. Так, что у нас осталось? Тайкёку сон ми. Йой. Ични сан. 27, 23, 22, 24. Так, так, так. Ай? Да. Пока не буду. Да, только обязательно. Тайкёку сон ми. Почет. Ич. Ос. Это сам. Это сам. То, что ты хотел, это сам. Тут звуков сюда. А ты перейти хотел сам. Какую сюда эти случаи упрямь. Правильно? Потом научишься тоже не сочетать. Ни. Ос. Тут все то же самое, только удары все дзёна. Ич. Ос. Здесь такого отталкивания, то есть ножку раз сзади, ножку сзади, раз и ею полетели. Опа, здесь лежало, да? Там эту надо поделить. Эту штучку? Ич. Ос. Ни. Ос. Соп, держи. Ос. Си. Ос. Гэ. Ще. Ич. Поглубже. Поглубже. Ос. Чтобы вот видишь, вот этого не было. Поглубже еще. Соп. Ос. Видно, очень заметно. Да, сразу же. Си. Ос. Вот глубина хорошая. Ич. Ос. Ни. Ос. Сеть дзёдом. Три. Ич. Ос. Ни. Ос. Ще. Ич. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Хорошая глубина. Ич. Ще. Наура. Ос. Потёк усон на ни. Мугуры. Ей. Каджима. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Его. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Босиком по асфальту делай как. И все пройдет быстро, очень короче. Ноги сотрешь и будет черт. Поймешь, что не надо туда слишком вот.
Топаешь ногой, топаешь, надо плавненько, аккуратненько. А сколько у нас есть? Вот уже 40, 41, 42, 43. А знаете почему? Егор, ты знаешь, почему так получилось? Нет. Не знаешь? Да, почему? Потому что вам надо было сказать. Да, и Елене не это самое. Понял? Ребята, она смешная, она очень смешная, вы просто не видите, она очень умна. Наура? Ос? Какие кусоны не? Ей? Мугурей? Хаджин? Ос! 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 Щит! Ос! 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 Тут, если вот смотрите, переходить в кипит, вот на грани когда-то рукой и ногой, не понять как это. Лучше перейти и потом рука пошла. То есть быстрее переходить ногой, чтобы сделать с той скоростью, с которой руками делаем. То есть быстрее туда. Наура. Да. А бесчета же делается без осов и бесчета? Без осов. Ну, ос это как бы такая тренировочная. На соревнования уходишь, когда ос не говоришь. Только ще, там и там. Кияли. Два кияли. Ну, говорит ща, но... То есть называется два кияли. Там и там. Кадр уходишь без осов. Ну, соревнования такое. Все. Когда делается, короче, как? Вот сейчас, смотрите, дойдет сонного мини. Ей. Мугурей, изос, в конце дороже, ща. Ну или тут ща это я от себя добрал, но просто изос. Как же мы? Егор. Не делай, нет, это его косяк, не надо. Ты должен своим заниматься. 22. Наура? Начнет все на ней. Нет, иди поправляй. Такеку сунуни. На всех ударах. Ши! Ос, 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 и когда только ос,
такая штука. Навры. Девятый мы сделали. Все назад отходим. Тайкёк в салоне, осель выходит. Тебе места хватит? Дай мне позади. Чуть-чуть дальше ходишь. Молодец. Молодец, молодец. Тайкёк в салоне. Йой. Угури. Хаджима. Тайкёксу на ней. Два пьяни. Ей. Как ты взял, да? Обдолбленный такой. Мугурый. Хаджина.